Зато прикольный лучик. Нет, типа вот эти вы хотите сказать? Вы что, привели уже, знаешь? Значит, привели, потому что вот здесь сагривался тогда, я помню. Ладно, сейчас рыбу ставлю. Видел, как же, лучик, два, да. Медведя протопал, стрыша. Сорока хуярит. Вот на боссе. Ну все равно, просто так было. Чё там, я каким трэшзом? Сейчас танк кидает в этот или не кидает? Водопад. Последний Мой раз я хранил. Вроде бы нет. Кидал. Но Лёха говорил, что нет, на деле понятия не. В общем, сами смотрите, вдруг закинет танка на водопад. Если на другой будет ловить трэш. Это перебью, забыл. А сейчас больше дальше нужно будет саппорт или все, он уже нахуй не нужен? На Джайне, возможно. Вот, не, в этом вообще. Так я вообще ЕП за босса не давал, да? Сейчас можешь ДД пить. На Вайше, возможно, после этого перебивать. Будет Вайша тоже. А, ну там. Нет, тоже после этого будет Гидрос. Да? После этого будет Гидрос. Фрэнсис. Что за... Да? За колонны? Мне в танке остаться. Да, оставайся в танке. Иди пуляй, Войт. За да, колонны уйди. Тимыч, начинай там первый собирать. Женёк, уйди за колонну. Хорошо. Там Артемия. Ну где-то ты сейчас тоже на подстраховке. Слышь, побольше агра набирайте только. Да, сразу вести не нужно. Трэш. Сначала агро наберите, потом же подойдите. 5 будем тестить на трэше сейчас. Посмотрим, как Фрэнсис умрет. Трэш. Это смешно. Да-да, просто да. Вот хожу, ставлю бомбочку, улетаю назад. Зашиб. Больше в трэш играйте. Много трэша. Вот иди ближе. Там еще бежит. Как раз
Тимми, куда ты пошла? Блин, вернись! Ой, ты стой тут. Ключ аккуратнее, а то... Знаешь, я же спадал. Все, веди. Гимн на ману пою. Да со временем сделаю. Полина, у тебя микро включен. За неделю? Неделю. Ауди, Женек, ты где там? Ау. Инер по япончику дайте. Знаем, дай инер по япончику. Спасибо. Вот этот трэш добивайте и все, и потом собирайте. Копите это. Быстрее добейте. Поднимите пухана. Что получилось тебе нам нормальную пачку ножи прожать опять? Да, да. Меня откидывало постоянно, блядь. Албо, прожимай. Нурглед, ты оттанчишь гидрос? Мне все еще в танке. Ну да, 4 танка надо. Смотря на урон от Гена, такое ощущение, что у тебя эти инферналы вместо звездопада Савинова. Ну они по 3000 там уешь. Именно на 4 ляма? Или ты что, ли ты падение инферналы смотришь? Ну, первая позиция в трэш у тебя что? Что-то там инферно... Инфернал испепеление, да. Ой, Фрэнси, это заболеет. Падение или это то, что они жгут сами по себе? Нет, то, что они ауешь. Само падение инфернала, типа, вот, там есть. От них ауе идет, похом, по-моему. От... Да, от этих инферналов ауе идет. По какому огненный плащ, как скилл, как тебе обычно? Рано поднимайте, дальше бегите. Ну, я когда смотрел, как они выглядят, точно такое же ощущение сложилось, что они просто с третьего варика взяли инферналов и все. Пока они туда отсюда их и взяли. Ты чё? А там еще дальше есть уло какой-то скилл ауешный, типа, съезжает там что-то. Ауешный. Ауе.
АУЕ, ну а вы что говорите? АУЕ. Жизнь ворал. Сука. Калкалы что ли? Сейчас, погодите, я вспомню подъем. Про это АУЕ. Блин, меня бесит, почему в скаде у фаермага всегда глыба не показывает количество критов? Потому что в скаде, да. Считает. Кстати, мобс помер, в курсе? Мобс, который дядя пес, который АУЕ как раз таки. Всю эту херню зафорсил. Да по нему такое чувство, что там очки драйл. Но он с 16 лет до 44 вроде в тюрьме просидел. Ну почти, короче, 20 с хуем лет. Пиздец. Да. Жизнь далась, как говорится. Есть чем погордиться, но... Ну, Руклет, ну ты, так что, ты босса танчишь или нет? Там в 90-е это было заебись. Старый, 5 секунд. Или, а, бля, что ты... Я, стоп, я подпрям. У него там такой букет был. Да-да-да, Void Boss. Я что-то тупанул, подумал, что два танка на босс. Не знаю почему. Вон хуеплет, который идет, его тоже надо убить. Только тот, который доходит до сюда. Ну да. Раньше наберите. Уводи его, оттуда второй идет. Подвиньтесь, отдача, отойди назад. Либо сюда приведите этого моба и раньше наберите. Девка решил проблему кардинально. Притащил к вам болячку, отбегает. Да стой на месте, она сейчас пройдет. Тебя прошла, да? Мазохисты вы, ребята. Ну когда я хилер проходит. Мне кажется, надо боб давать, нет? Я тоже так думал. Мой типа поможет боб. Диван? Да, диван. Не, не боб, а диван, да, чтобы резнуть народ. Да, мы не я дал диван. А, я помнил, нах, про УИ. У меня РЛ десятки напоминал. Она еще и двух там согрели. Она для утехи ежедневно. Вот что, Настя, УИ. Как? Анальные утехи ежедневно. Зачем больших пулей? Одного надо убить в любом случае. Типа и вейдить собираемся. Не, ну загриться может. На всякий. Помню, просто на ком-то трае когда-то еще давно и вейдили, даже когда этот ходил спокойно. Жуйте рыбу, пошлите пока моба убьем. Пока они там ходят. Локи, поднимитесь. Моб пришел. Причина АФК.
Жену я на сотку, перекура не было. Тяни следующего. Просто давай мы возвращаемся. Дайте лап. На раньше встаньте сразу. Это нормально. Ну, болячка была какая-то. Ну, наверное, с того. А, вообще. Поднимите вагу. Там болезненно с Фрейди. Куда вы сбегаете? Дебаф еще не прошел. Да стойте, не бегайте. Кто там, блядь, реактивный такой? Фанзера. Уже все прошло. Иммунитет вырабатывает он просто. ГП зарабатывает. Иммунитет вырабатывает, ГП зарабатывает. Кто дамажит, блин? Тимыч, ты или на рулетах ты? Чего? Кто из вас дозик дамажить будет? На рулетах или Тимыч? Мне без разницы. Женя, что мне служит. Ну тогда дамаж. Жене, напиши, Тимыч, пожалуйста, Ваги в ПМ вот сейчас все, что ты мне пишешь. Не еби мне мозги, он тебе объяснит. Тимыч и Артемия в танках. Вы на трэше, Войд, ты, ну, на боссе. Там. Я даже не удивляюсь, что я на боссе. Третий пати, стойте слева. РДТ, да, то есть. Четвертый пати справа. Хилы там тоже, не знаю, Денчик влево станет, Фанзера справа. Тоже разойдитесь, чтобы друг друга не заморозили. Чего по меткам? По каким меткам? Слева, справа. Сказал же, третья пати РДД слева, вторая справа. Почему метки? А Локи, дай СС на Тимыча. Я на Артемию дам. Чтобы, если что, они сразу встали. Все, еще раз, чек на пол. Стаки анонсите кто-нибудь.
Сарик, ты можешь? У меня не работает здесь ДБ. У кого работает? Еще раз спрошу, у кого стаки здесь работают? А зачем? Ты можешь их отслеживать. Для одного меня, что ли? Ну, чтобы, блин. Ну, ты их видишь, если то окей. Я вижу. Все тогда, дает что. Блять, вот засрали весь ПМ, я даже за юзы забыл слегу. Топнули. Не бейте вас. Трэш заберите, Женька. Сразу не играйте в трэш. Дайте танкам время. Кто трэш будет рвать, будет ГПшка. Либо кто будет от трэша умирать. Топнули. Трэш добили. Топнули. Набили трэш, босса не бьем. Пойду, отдал. Ты куда? Блядь, танки... Танки, друиды, слейте и нора. Коты слейте пока. Топнули по боссу.
Добили трэш. Ифончик, там на ману что-нибудь надо. Сейчас им поим. Локи установили ману. Подтягиваюсь, нет? Бруна покил. Топнули по боссу, выбиваем трэш. Этот крайний трэш добейте всех боссов. Трэш просто держите потом. Всех боссов бьете. Зуба дал. Топнули по боссу, трэш добили. Все в боссу, бейте, добивайте 5 лямов. Что соточка заработана, гифка не счисляй. Старик после разрола начислится. Сейчас не буду ничего трогать, потому что багается. 2 минуты отойду. Так, япончик, он у тебя лоу-спек не получается. Тогда не надо. Блять, я и то не успел отдать. Трэш, не агрите, пожалуйста, тут 2 секунды. А, ой. Трэш, это эти бешеные. Тут из-за бешеных, да. Я все. Черкани еще похуй на соточку. Локи, а в демоне тыкается этот катализатор, блядь, как он, генератор? Окей, то я просто не помню. Это ж не кнопка, это прожать. А почему я начал понимать язык демонов? А я думал, только я его понял, кстати. Тоже увидел. Образованность, понимаешь? А-а-а. А теперь не понимаем. А я понял.
все, можно в ДД. Да. Спасибо, хозяин. Бля, я вообще заблудился, я вообще не понимаю, куда идти. Нас нет. Чё, ворона, кстати, не было? Никто это не лутает? Короче. А, всё, вспомнил. Увидел. Кружку почти. Наливаешь и сразу вспоминаешь. Да, Денчик, сейчас. Не пульте там, трэш. Антихил сначала засунем. И остальных. Да я здесь, я вон трэш сзади смотрю. Упало, чё не с них. Тыкните. Зачем агрите? Я не в комбате, кто-нибудь тыкните. Кого сейчас Самон? Старик, тебе пришел Самон? Не, я тут, я все, я. А, там это. Трэш чистил. Ну, я имею в виду смотрел. Все чистим трэш, потом перетку. Метки раскидают. Старик, а разве не между столбами? Ну вот смотри, лево-право раз, лево-право два, лево-право три проемы. Видишь, почему? По-моему, на углах же вроде или что-то. Блин, это дай сейчас по-другому, пожалуйста, поставлю, чтобы... На столбах же, по-моему, ставится. А так ты же есть ассист. Я просто хочу расставить как это. Как представляешь, что ли? Да.
Там не на столбах, да, там между столбами. Так, я в хиле, да? Ну да. Артемия в танке и Войт. Локи, мы с тобой эти тогда. Таскаем магму, как обычно. Че, после ЗС-ки квартальчик целкашки или расход? Как босс скажет. Аука закрыта, Денчик. Хз. В пятницу закрыли ок, как обычно. Конечно. Еще целую каху закрыли 4 босса. Старый, ты еще ничего не говорил? Не-не. Перерыв. Перерыв, начальник. А что тут говорить, тут все по 100 раз были. Сейчас метки расставят. Скажут, где кто стоит. Я имел в виду, да, где кто. Где кто. Я только подошел. Ты не раскидывал всех, да? Понимаю. Чего я? Он не раскидывал, да, кто где стоит? Не-не-не-не. РЧ на АФК. На шкаф тыкнемся. Я в танке. Да, Артеми, ты на этих. Как они? Гвардейцы. Тогда я требую себе гому. Чего тогда? Режим закончен. Кто пропустит второе РЧ, получит ГП. Требую себе рогу. Рогу? Вервольф, будешь гвардейцев на второй фазе, да, напуливать на на Бруно? Понял. И бить Хантин тоже, соответственно, постоянно, так понимаю? Чего? Бить их тоже постоянно? Или напулить и убежать? Убегать, бить? Да тебе проще, наверное, сидеть на них и просто и бить. Окей.
Ханты напуливаете этих на странников, на воида. Лага там все были, я не успел посмотреть. Нет, сейчас второе дам, подожди, 40 минут дам второе. Крайний РЧН ФК. Будет дальше ГП. Сколько у нас получается РДД? Раз, два, три. Шесть. Семь. Девять. Войт, нажми уже хоть что-нибудь. Ну, короче, только Войт АФК сможете сотку начислить. Так, давайте по меточкам. Сначала, так, нет, сначала по хилам. Старик, ты в крестике, да? С тебя там, ну, тотем, сил, какой, да, сил природы. А дальше... Арти, пока тут в крестике, фу, пока тут в черепе, а Денчик. Денчик в трусах, Фанзера в луне и Япончик в этом, в квадратике. Дальше получается РДД зона, да? Фростгорн, Фростгорн и Женек, вы в трусах вдвоем стоите. Женек, с тебя здесь тоже тотем от сил природы. Дальше Беладон череп. Отдачи станешь в полумесяц, Женуэн в квадратик, и Локи, ты тогда в крестике, Локи в крестике, Никитос, ты тоже в крестике станешь. И Локи, получается, если крестик, череп или квадрат, да, это твои метки на маг. Мои будут три оставшиеся. Вот, чтобы было удобнее. А, Вага, встанешь? Вага, ты можешь остаться, получается, ну, не в апельсине встать, или куда хочешь. Либо в квадрат, наверное, либо в луну. Чтобы вы более-менее были с Никитасом напротив и напуливали в стране. Дальше милики. Пухан трусы, Кладбон полумесяц, Тимыч в квадратик, получается Эльмурсио крестик, Фрэнсис череп. И Ауди встанешь куда? В квадрат, наверное. Нурглет, а ты в эту в луну. Никого не забыл? Меня. А, да, Враска. Стой в черепе. Там часто тоже зеленый выходит. Ну, между череп, крест. Поставь это. Как вам? А, все стоит фрилот, окей. Смотрите. Получается, кто. Если зеленый выходит, апельсин, трусы или луна. Здесь Гевка, то бишь звездочка. На него кидаете. Если череп, квест, квадратик, там будет этот. Там будет Локи. У него есть, у него меточка трусы. Хотите жить на второй фазе, пейте сапрота. Адачи тоже с вами или ему не стоит кидать? Адачи нет. Пускай бьет. Там, если что-то, ну, если вот далеко вдруг будет, то... Скажу, там поможете. Гоу-гоу. Сапрота обновляем. Япончик, пристабав, прожми. По всем прошел пристабав? По мне, да. Еще раз. Чек. На пол.
Эльмур, себе чего не хватает. Без сопрота тоже ГП. Ну подойди поближе к этому, к присту. Япончик бафни ему еще раз. Да вага, они тут не обязательно некто. Все, даю отчет. РДДшкам крайне желательно. Ну да, я вот никогда тут, например, не пил Элема. Всегда все нормально. Но с учетом, что говорят, если сдохнешь, типа, без сопрота, ГПшка. Согласись, легче, точнее, лучше облегчить хилую жизнь, не напрягать его лишний раз. Да. Все, фаза. Амир, ты там на апельсине сиди. Ну я буду проверять туда. Я между квадратом луной останусь. Крест. Крест этот, как его? Выплет идет. Странник. Зеленый луна. Звезды кидаете. Ну что, никто не подобрал, что ли? И темп куда берите? С этого, с рюкзака перекинуть. В рюкзаке находишь порченый магма, берешь Евку таргет и пожимаешь. Слунный странник. Ну быстрее. Зеленый в трусах.
проебали. РТД по страннику. А почему лок ставит портал снизу, а не сверху? Зеленый в трусах. Давайте там без проёбов. Почему здесь никого нету? Странник и череп. Девку прохил. Мне перекидывай. Нормально, закрыл. РДД по страннику. Последний остался. Брун быстрее, БР. Луна зеленый. Луна зеленый. Этих танк любой перехватить. Проебали. Трусы, да, проебывают уже второй. Странник, но... Почему так много гвардейцев? Что милики не заливают. Он гвардеец ходит по стойке. Зеленый в луне. Удачи, голодон в луне. Страх. Ложитесь. Объясняю специально для двух человек. Жунуэна и Адачи РТД стоят наверху. Они никогда не спускаются вниз. Чего у нас там с луной, бля? Меняйте, может, кого? Что там, блядь, происходит? Да, девка, поменяй немного, потому что я не могу так бегать между, блядь, квадратом и луной еще и пытаться, блядь, до трусов с печенькой добежать. Сделай там посильнее группу. Белодон, ты в этом, да, стоишь? Я в черепе, да. Черепе. Еще раз, кто в луне стоит? Клобон. Давай клобон в тусы пойдет получше. В глед. Бонусы в виде ГП можно начислить как Адачи, так и Жунуэну, потому что сова вообще там в воде внизу стояла, а Адачи просто внизу лестницы находился. Нахера это делать, РДД, я не понимаю. Еще раз, кто в луне? КВ в луну стоял? Флотбона. Флотбона. Слышали? РДД. Предупреждение. Я все равно бегаю, помогаю на другие. Смысл. Адачи, ты где стоишь? Ну, в луне, он тоже. Могу сказать так, пока элементали не поднялись, РДД могут вообще бить их странника, либо, блядь, этих выплётов. Бага, ну ставим в луну прям. Поднялись, заливайте. Прям в луну, получается. Хорошо. Да? И... Пухан, поменяйся вместе с этим, с рублетом местами. То есть, получается, рублет в трусы. Стоит, да? Пухан, где? Стоял. Пухан был в трусах. Кто до сих пор не знает, как эту хуйню зеленую отдавать локон? Вот пишите плюс в чат, вы что проебываете-то? У вас два человека с метками над башкой. Унести хозяина, если у вас нету фрейм.
Китос, ты где там? Не понял. Чок на пол. Лага, ну это сильно уже. Ну это для тех, кто не умеет инвентарь свой открывать. 300 баллов, пожалуйста. Япончик. Дал, я дал. Дай еще просто баф на дух. Сами убегаете, потом просите баф. РДД, бьете странника, если странника нет, убьете гвардейца. Говорю, пока элемент этот синий не поднялся, вы можете бить странника. Или гвардейца. Тебя эти звезду. Крест зеленый. Варс, вечность зеленого крест. Никитос, добей, вот идет к тебе слева бок. Кому кидать? Там, да. Там этот на Локи. Трусы должна быть метка. Вопросы за ты за сотку, да? Череп, странник. Хил в черепе сдох. А, ну, жена, двери это... подними его. Я уже резну. Окей. Зеленый в трусах.
дайте. Последний остался. Странник четыре. Зеленый крест. На локи будет скидать. Пока тут подыми вара. У вара магмазы. Он в кресте внизу там валяется. Я могу старый его. У меня зеленка. Блять, быстрее его резать, он со сферой. Сфера у меня. Ну кидайте на Локи. Он уже умер, проебали. Это пиздец просто. Зеленый в трусах. Ну чё же вы не просили? Пробуй его прокилять, блять. Тимпыч Беладона подними. И Вара тоже поднял. Потом подними. Зеленый в трусах. Бафы по нему. Амир, поможешь донести? Угу. Звездей кидайте. Идите, Вара, выверните. Уходи, да, стой. Он где крест, не, крест снизу. Блять, Амир. Все, все, кинул. Странник. Иди. Брон, забирай гварда, нет там было. Все? Когда кидай? Жди. Кидай. Все, скрыли. Так, а у меня полученная магма, выкинуть ее? Да. Геру, дай стрелу. Добили быстро, стоп флут, блять. Геру дай. Можно пробав мага, пожалуйста. РДД по скатам. Инера, отдайте друиды. Гвардейцев дальше. Все в звезду встали и РДД хилы. Ой, сейчас ауди все мажет. Да я стою заплетенный, блядь. Долго в габы. Активнее по скатам, да и зигут фазы, РДД туда играют. Понимаете, такая же история. Еще раз прошу, ИНРА дайте. Гимноман. Каты. Просто МК закинь. Лужа. Да. Старик. Старик, выйди. Каты. Артемий, ты стоишь впереди, если надо будет, перетонтишь.
Впереди это перед мордой босса. Ката. Лужер туда. Ауди. Плетение. Ката. Лужа. Ката. Лужа рыда. Саунд, Брун. Не в ту сторону. Каты. Да пофиг какой. Гена, да, к нам? Ската добейте. Будьте добры, Инна. Спасибо. Скаты. Добивайте эту пачку скатов и потом фул босс. Таунт. Все, в босс играйте. Артемию Бэр дайте по танку. Лужа мель. У кого БР есть по Бруну, дайте. Лужа мель. Поменяй лут, старик. Слава Господи. Че, воронка одна, сразу рольте. А можно резнуть? Комбо. Мысит. Вага, сам в банк положишь. Кто там еще на мейдспек ролил помимо меня? Там, Видите, и надо, можете прыгать в порт.
Фрост, подумал, может голову забрать все-таки. Такой, блядь, гемор, метасокет вставлять, короче, камень надо, блядь. Куча бомб.